Так, после вкусного привала мы как бы раз так идем, и вот тут попадаются по пути вот, ну, постоянно вот тянутся вот такие вот поля нарциссов дикорастущих. Очень красиво, очень приятно идти. В общем, сегодня Пасха, это не помню какое число, апрель, 17 апреля, так вроде бы. Ручей, вот такая вот долина ручья, и вот поля попадаются повсюду. Прекрасные тюльпанчики. Ой, тюльпанчики, говорю, блин, эти нарциссики, блин. Вот такие вот дикорастущие, дико прекрасные. Ну и люди, соответственно, много людей прохаживается в воскресенье. Погода смрадная, конечно. Дождь, моросил, ветер, но гулять можно и нужно. Всем гулять. Всем радоваться природе.